Законодательно запретить оставлять детей младше 12 лет без присмотра взрослых предложила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Предложение стало реакцией на череду трагедий, в том числе пожаров, где погибают дети. Депутаты поддерживают стремление повысить безопасность детей, но указывают на сложности в реализации. Обо всем по порядку расскажет Асимжан Жузбаева. В своем заявлении в социальных сетях Динара Закиева напомнила о страшной трагедии в Акмолинской области, где в результате пожара погибли двое детей. Подобные случаи, по словам детского омбудсмена, повторяются. С начала года зарегистрировано 15 пожаров с гибелью детей, оставленных дома без присмотра. Закиева предложила ввести законодательный запрет на оставление детей до 12 лет без надзора взрослых, одновременно усилив поддержку нуждающихся семей. Впрочем, в этом вопросе мнения астанчан разделились. Родители тут не совсем виноваты. Это мое мнение. У кого, кто мало зарабатывает, они не могут отдать своего ребенка в садик. Они рады были бы отдать его в садик. Но у нас нету такого, чтобы дети могли ходить на государственный садик, чтобы платить минимальную сумму. Ну, поэтому... На этот вопрос надо смотреть с разных сторон. Родители же не оставляют детей дома одних от большого желания. У них нет выхода, особенно у тех, у кого плачевное социальное положение. Им нужна помощь. Либо пусть пересмотрят график родителей. Если мама работает с утра, то отец пусть с вечера. Ну, вообще детей надо изначально воспитывать, я об этом думаю. И также за детьми надо смотреть. А если есть взрослые, адекватные, старшие, почему бы и не могут они оставлять своих детей? Потому что людям тоже надо работать, как-то содержать свою семью и своих детей. Депутаты Мажилиса поддержали идею, но видят сложности. Магеррам Магеррамов напомнил, что аналогичные нормы уже существуют. В Уголовном кодексе есть две статьи. Это оставление без присмотра и ненадлежащее исполнение по обеспечению мер безопасности. Поэтому мажилисмен задается вопросом, как будет реализовываться предлагаемая инициатива. Если родители работающие, как будет распространяться эта статья? Она будет действовать только если в ночное время оставили, если в выходные оставили или в будни. Если в будни, то возникает вопрос, как работать родителям или опекунам, или попечителям этих детей. То есть здесь такие могут быть некоторые правовые проблемы. Написать-то мы можем, конечно, написать, но самое главное, чтобы потом это исполнялось. При этом мажилисмен отметил, что родители обязаны принимать меры для защиты своих детей, даже если они трудятся на нескольких работах. Предложение о запрете оставления детей без присмотра пока остается на обсуждении. Асимжан Жузбаева, Данияр Омар, Дастан Темирбекулы, телеканал Алматы, Астана.